Что? Большая коляска на надувных колесах весом в 9 килограммов – это Африка? Да вы смеетесь, не бывает Африки тяжелее 6 килограммов, подумала я, когда впервые увидела эту коляску. Но когда узнала, что коляска – это беговая, все стало на свои места. Пожалуй, спортивной коляске легче и компактнее, чем Африка Смув, пока не придумали. И хотя эта коляска отлично адаптирована на лето, мы покатали ее зимой, и получилась очень интересная картина. Высота ручки здесь 98 сантиметров, нам и рост было комфортно, но хотелось бы выше. На ручке есть ручной тормоз, о нем подробно на улице. У коляски гигантский капюшон, правда, третья секция сделана из москитной сетки, впрочем, для нашей московской зимы вполне комфортно. Во второй секции есть смотровое окно на магните. Разложение спинки здесь на ремнях. Раскладывается спинка до полностью горизонтального положения. Подножка регулируется в двух положениях. Длина спального места с подножкой 76 см, ширина в самом узком месте 32 см. У коляски потрясающий матрасик с фирменным наполнителем Breathe Air, который обеспечивает идеальную вентиляцию кресла в жаркую погоду. Кроме того, он пружинистый и добавляет амортизации. Удобные пятиточные ремни безопасности. Верхние можно снять или переставить. Бампер легко снимается и отворачивается. Ткань с бампером можно снять. Матрасик тоже снимается. А вот ткань самой коляски и капора снять сложнее, понадобится отвертка. У коляски большая корзина с удобным органайзером, но перекладина над ней мешает положить габаритные вещи, мячик или набитый продуктами пакет из магазина. Колеса здесь надувные, передние без возможности фиксации. Классический тормоз. Складывается коляска одной рукой и в сложном виде стоит самостоятельно. Раскладывается коляска тоже легко. Африка Смув на улице – это королева дорог. Она сверхманевренно легко управляется одной рукой. Если вы бегаете, часто болтаете по телефону или пьете кофе, вам это посвящается. При этом у коляски просто изумительная амортизация. Ребенка в коляске не трясет. Едет Смув вообще по любой поверхности. Она не тупит на снегу, заезжает на любые горки. Короче, с проходимостью у коляски реально проблем нет от слова совсем. Коляска легко заходит на бордюр. Кроме того, она уверенно встает на свое переднее колесо при спуске и не заваливается на поворотах, устойчиво на быстрой скорости. Однако есть один момент. Африка Смув рассчитана на детей до 15 килограммов. Если коляска стоит на месте, а ребенок в ней весит 13 килограммов, то при резком движении в сторону коляска заваливается. Это может случиться только когда коляска стоит. При езде коляска устойчива. Смув компактна, она не просто входит в стандартный лифт, ее там можно поперек поставить. В длину она занимает менее 90 сантиметров. Ширина шасси 55 входит в пандусы. Кстати, при спуске с пандусов или горок очень пригодится ручной тормоз. Он здесь сделан по принципу велосипедного, то есть притормаживает колеса, а они сразу блокируют их. Кроме того, коляска прыгает по лестницам, да и в целом ее просто можно нести.
Нас напряг лишь один момент – это заваливание. Это случается только когда ребенок весит больше 10 килограммов и только в стоячем положении коляски. В остальном это идеальная беговая коляска, особенно для тех, у кого в подъезде маленький лифт. Или его вообще нет, потому что коляску реально поднять вверх по лестницам. Она подходит для детей с рождения, и значит одной коляски вам будет достаточно на все времена. Кроме того, она легкая и относительно других беговых колясок компактна в сложном виде. Так что если вы часто пользуетесь авто или общественным транспортом, а дома у вас не так много места для хранения, Абрикос Мув – это ваш вариант.